Легко ли человеку на инвалидной коляске перемещаться по городу, посещать больницы и магазины? Везде ли для них установлены пандусы и специальные поручни? Августа Степанова решила узнать, насколько действенна программа «Доступная среда в Мирном» для людей с ограниченными возможностями. Матери детей-инвалидов решили заявить о своей беде. На то есть и веские причины. На наши проблемы закрывают глаза, рассказывают они. Бесплатные лекарства, проезд, путевки, лечение, комфортная среда – для них это только красивые слова. У нас дочь инвалид первой группы на данный момент, не работающая. Значит, проблема состоит в чем? Ребенок безвыездной из города после 18 лет. Этот слой населения, будем так говорить, он выпадает у нас. Никуда, никому мы не нужны. В регионе каждый десятый его житель – инвалид, а всего людей с ограниченными физическими возможностями – более 5000. У каждого свои проблемы. Но не все так плохо, отвечают представители власти. Нефротакси, инклюзивные группы, трудоустройство инвалидов, пусть пока и не всех. Итоги работы по программе «Доступная среда». Серьезная работа ведется Мирнинским районным управлением образования. Они обновляют сейчас все паспорта доступности объектов. Эти паспорта доступности в обязательном порядке согласуются с управлением, с Мирнинской общественной организацией «Общество инвалидов». Сегодня в регионе 50% учреждений оборудованы пандусами. В Мирном и Ленске появились первые звуковые светофоры. Средства на все это выделяют из муниципального бюджета. Хорошо, что ведется у нас строительство пандусов. Ведется освещение, ну, светофоры ставятся. Но мало пандусов у нас по району, так как у нас очень много точек, где люди приходят. А строительство не ведется. Хорошо бы у нас, чтобы пандусы вели в Зорнице, в ДК, вот, в гостинице, в районной, вот, в Дом культуры, вот, в ЗАГСе нужны там пандусы обязательно, в аптеке в центральной обязательно нужны. Программа должна наращиваться, однако сумма выделяемых средств небольшая. Якутии на эти цели выделено в этом году всего 49 миллионов рублей, а районов в республике 34. Кстати, в национальном рейтинге доступности среды Якутия находится на 21 строчке. Августа Степанова, Алексей Меркулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».